В этом году в рамках программы «Бюджет народного участия» были рассмотрены 41 проект, 9 из которых набрали наибольшее количество голосов и будут реализованы. Цель программы – активное участие горожан в жизни и благоустройстве города. Уральцы предлагают свои идеи, лучшие из которых реализуются за счет бюджетных средств. Бюджет народного участия – проект, разработанный и внедренный с вовлечением общественности. Этот подход предполагает диалог горожан и властей для более эффективного управления территориями. Программа реализуется с 2020 года в городах республиканского, областного значения и в столице. Действует проект и в Уральске. Пока, конечно, не столь активно, как в других городах, но примеры того, как идеи горожан воплотилась в жизнь, имеются. В рамках программы «Бюджет народного участия» по области были рассмотрены 41 проект, 9 из которых набрали наибольшее количество голосов и будут реализованы. Одним из них является строительство пешеходного тротуара с арыком, установка опор освещения со светильниками, строительство детской игровой, футбольной и тренажерной площадки. В 2022 году было реализовано 2 проекта по программе. Первый из них – благоустройство сквера, второй – установка скамеек качелей на набережной реки Урал. Сегодня семьи отдыхают на скамейках, украшающих набережную, и проводят здесь свободное время. Таким образом, жители города вносят свой вклад в развитие города. Кроме того, один из проектов – это установка и ремонт беседок, скамей, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования. Согласно правилам, предельная стоимость одного проекта бюджетно-народного участия в городах областного значения не должна превышать 10 тысяч МРП, то есть 34,5 миллионов тенге. Айдана Каримова, Виктор Прутков, Аймурат Жагапаров, телеканал ТДК-42.